Это то самое малое, чем можно отблагодарить наших волонтеров, хотя сами они о таком даже не помышляли, когда засиживались долгими вечерами у ткацких станков. Улыбка на их лицах и признание уже дорогого стоят. Каждый, кто сегодня здесь, в администрации Улан-Удэ, провел за швейной машинкой или у стенда с масс-сетями не один десяток часов. То, что заставляет их ежедневно возвращаться к ткацким делам после работы, объяснений не требует. Желание помогать нашим землякам, участникам СВО, их семьям. И мы с вами работаем, сотрудничаем. Мы, думаю, будем и дальше продолжать. Улан-Удэнский городской совет депутатов будет всегда вам помогать, поддерживать. Спасибо за ваш труд, за вашу работу. Еще раз с праздником! Среди награжденных Вера Шабасоева. Народ привык видеть ее поющей на сцене. Однако творчество не единственное занятие. В свободное время она приходит в волонтерский центр вместе с мужем, где занимает свое место у швейной машинки и начинает вышивать изделия для нужд наших бойцов. Наши женщины шьют амуниции, начиная с шапочек, с нуды, потом, получается, сетки, масс-сетки плетут. Плюс бронежилеты, наш Владимир Домбаевич, непосредственно наш тоже человек, работающий в полиции, но все свое свободное время проводит именно за швейной машинкой. Труды волонтеров спасли не одну жизнь в зоне СВО. Сегодня люди охотно помогают добровольческим центрам, несут ткани, нитки и прочее. Однако чего не хватает, так это рук. Дополнительные силы для вышивания лишними не будут, даже если человек не умеет шить, то его научат. В этом деле главное желание. Баир Цыдыпов, Бато Гармен, новости дня.